Дарова дяв бу. Ревину умут и уди второму куттип. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем учить слова на венском языке. Тема сегодня – местоимение. Би – я. Мину – меня. Минду – мне. Миндуле – у меня. Миннюн – со мной. Хи – ты. Хину – тебя. Хинду – тебе. Хундуле – у вас. Хиндуле – у тебя. Хиннюн – с тобой. Ноган – он. Ногман – иго. Ногандун – ему. Ногандулан. Ногандулан – у него. Ноганнюн, ноганнюн с ним. Ногардутан, ногардутан им. Тарак, тарак он. Тарау, тарау его. Таду, таду ему. Талла, талла у него. Тарнюн, тарнюн с ним. Бу, бу мы. Муну, муну нас. Мунду, мунду нам. Мундуле, мундуле у нас. Муннюн, муннюн с нами. Мундула хоя оран. Мундула хоя оран. У нас много оленей. Ноңартан муннюн хырдер. Ноңартан муннюн хырдер. Они пойдут с нами. Хи ауске хырынне. Хи ауске хырынне. Ты куда пошел? Мину хупкутюмны эрин. Мину хупкутюмны эрин. Меня позвал учитель. Хинду нёчав анидим. Хинду нёчав анидим. Тебе подарю цветок. Муттуле хоя тылты. Муттуле хоя тылты. У нас много ягод. Ревенуму мут эвуде утарам куттып. Тек бахлдарик лавар истала даурит. Сегодня мы выучили слова на венском языке на тему местоимения. До свидания!